это кричит прям. Надеюсь, ничего серьезного не случилось. И мы хотим сейчас к нему добраться и посмотреть, что у него там такое случилось. Надеюсь, не кабаны, потому что здесь кабанов очень много. Вот. Или же может быть все-таки клад. Так что, ребят, бежим мы к нему. Думаю, что-нибудь там будет. Фу, ребята. Слава богу, все обошлось нормально. У Влада просто-напросто шикарная находка. Просто вот смотрю, и находка просто бомбическая. Я такого еще никогда нигде не видел. И с большим удовольствием вам ее сейчас продемонстрирую. Нет-нет, ребята, это не та находка, которая является сенсационной, которую отыскал Влад. Итак, ребята, сейчас я отдохну, потому что мы с Серегой бежали. Влад кричал, мы думали, здесь окинаки, кладуха, но здесь совсем другое. Вот смотрите, что. Вот такая здоровая вещь. И это серебро. Так что на этом закончу. Всем пока, до новых встреч. Ну, а вы смотрите наши находки.